Все? Собираем мы сегодня маленькие лисички. Как раз пошли они в черниговских лесах. И в конце июня можно вот так вот насобирать мелких. Да крупноты они здесь просто не дорастут. Всем грибной привет! Сегодня мы находимся в Черниговской области в конце июня, потому что сейчас пошли лисички. Это очень-очень интересный гриб, очень вкусный. Я не знаю вообще никого, кому не понравилась бы лисичка. Так что мы отправились в этот лес. У нас здесь преимущественно дубы, и мы будем искать именно лисичку. Ну и я покажу абсолютно все, что мы с вами встретим в этом лесу. Погнали! Вот эта белая палка, это тот гриб, который я очень давно хотела встретить. Вот такая вот белая штука, даже на гриб особо не похожа, возле нее, видите, летает всякая камышня. Это у нас веселка. Сейчас буду копать и смотреть, есть ли яйца. Но сама суть, что я ее встретила, это уже круто. Мне говорили, что этот гриб жутко воняет. Какой-то сладостью, приторностью. Ну, не очень приятно. Но я теперь понимаю, почему она так привлекает разных букашек. Очень-очень сладкая. Сейчас будем раскапывать и будем смотреть, что у нас здесь еще есть. Ну, есть ли вообще. Кстати, у моего ножа грибника есть очень интересный такой момент. Вот чтобы нож не складывался, когда тебе этого не нужно, есть вот такое вот кольцо. Раз, и нож больше не складывается. Можно копать. Гриб этот веселка оказался один, но нужно запомнить место. Потому что очень часто эти грибы растут там же, где и в предыдущий год. То есть они повторяют свое место роста. Хотелось бы найти именно яичко, разрезать и показать вам. Это очень интересный гриб. Мало того, что он полезный и лечебный, он еще и такой необычный-необычный. Лисичка попадается. Вот ее абсолютно-абсолютно не видно. То есть как найти лисичку? Особого лайфхака нет. Видите, вот она полностью прикрыта листвой. Очень-очень редко торчит маленькая вот оранжевая шляпочка. Бывает такое, что этой шляпочки даже не видно. А под низом вот такие уже довольно-таки рослые грибы. Хочу сказать, что это уже хорошая лисичка, хороший ее рост. Видите, какая она оранжевенькая, практически однородная, одноцветная. Из интересного, вот как опознать лисичку. Если ее разрезать, вот видите, у нее такой светлый срез, светлая мякоть. Пластинки в цвет шляпки, они переходят в ножку полностью. Вот полностью-полностью заходят в ножку. Вот, под желтым слоем беленький находится. Так что есть лужная лисичка, но она очень-очень оранжевая. Хотелось бы, конечно, их сравнить как-нибудь, но пока что не было возможности. Запах у лисички такой вот необычный, немножко сладковатый, но не грибной. То есть мне, например, лисички такими классическими грибами не пахнут. Вот это маленькое желтое пятнышко, это тоже лисичка, но она будет потом. Так что мы ее прикроем. Хотя вы знаете, здесь в лесу столько людей, не доживет эта лисичка. На данный момент здесь совершенно не тихо. Вот там вот ходит человек 8. Там стоят уже машины.
Причем ни одна, ни две и ни три. Но место очень хорошее. Вот мне под кустиком увидела что-то желтое. Издалека подумала, что лисичка. Потом подумала, что какой-то фантик. А оказалось, совершенно нет. Сейчас покажу вам, что это такое. Иногда эта штука своим таким желтым цветом может смущать любого. Может встретиться на бревне, может встретиться на древесине. В моем случае вот на остатках листвы. Это у нас фулига гнилостный. Почему он гнилостный, ну не знаю. Название у него такое, фулига гнилостный. Такая вот пеноподобная желтая штуковина. Это слизевик, он расползается и встречается довольно-таки часто. Видите, красит руки желтый цвет. Конечно же, эта штука несъедобная. Видите, такая желтая пена строительная. Комары прямо в глаз лезут. Что они в глазу забыли-то? Вот прям как пена какая-то. По запаху, ну, никакой гнилью не пахнет. То есть гнилостный, наверное, от того, что под ним все гниет. Наверное. Этимологию этого названия я вам не скажу. Но если вы встретите вот такое вот желтое, что-то пеноподобное, чтобы вы знали, это не строители здесь что-то делали, это не какой-то гриб разложился, это сам по себе, так сказать, гриб, слизевик, фулига гнилостный. А это одна из моих самых любимых сыроежек. От того, что она плотная и вся такая прям аж такая крепкая. И называется это чудо-диво-сыроежка сыроежка пищевая. Ну, еще ее называют сыроежка мясная. Отчего я знаю, что она мясная, я уже даже и не помню. Но вся суть, походу, в самом цвете шляпки. Вот он такой, знаете, розоватый, похожий на мяско. Чистенькое. А вон жучок поедает веселку. Видать, им очень вкусно, она очень сладкая. Эта веселка, которую я нашла здесь, она, конечно же, немножечко другая. Сейчас я вам покажу ее шляпку, полуразложенную, но шляпку, которая похожа на сморчок. И люди иногда вот так вот встречают летом веселку, уже выстрелившую, вонючую веселку, и думают, что это что-то из сморчков. Но по запаху, конечно. Такая штука, вот я здесь нахожусь, она внизу. Она вот аж прет. Теперь я понимаю, почему на нее летят мухи. Гриб никак не ядовитый. Брать можно руками, но вы бы знали, как потом руки воняют. Посему возьмем его листочком. Видите, какая шляпка? Она словно в сотах. Вот чем-то похожа на сморчок. Вот внизу. И ножка такая вся рыхлая, белая. Вот. Сам гриб, он выстреливает из яйца. Вот это вот его оболочка еще этого яйца. Она, видите, желеподобная. Изначально это было яичко, которое должно бы расти где-нибудь еще и рядом. Но на сегодня веселку встречаю, а яйца веселки не встречаю.
Ну, как вы видели, встретился мне белый грибок. Ну, вот сейчас мне уже встретился мухомор серо-розовый. Тот мухомор, про который я столько говорю, который мне очень-очень сильно нравится, жареный, который очень часто бывает червивый. Конечно же, видно эти серые грязные чешуйки на шляпке. И сейчас мы осмотрим колечко на наличие зубчиков. Вот, видно, да? Зубчики есть. Значит, у нас это был мухомор серо-розовый. Почему был? Потому что такой червивый я не беру. Вот еще один мухоморчик серо-розовый. Вот у него такой грибной запах. Ножка, колечко. Оно не ходит по ножке, оно приросшее. И грязные такие чешуйки на шляпке. Очень хорошо, когда этот гриб не червивый. Когда он червивый, он немножечко разлазится после того, как ты его пожаришь. Мне не нравится. Вот очень хороший белый гриб в молоденьких-молоденьких дубочках. Вот. Видите, какая сеточка на нем уже светлая. Очень хороший гриб. Здесь я его чистить не буду. Возьму его, пусть будет такой красивый. Вот. Разберемся дома уже. Здесь столько грибников, знаете, не хочется оставлять след, что здесь есть грибы. Не то, чем больше будет знать людей об этом месте, тем больше будут сюда приезжать и собирать эти грибочки. Пару слов о грибных местах и их охранении. Я не хочу сказать, что я прям так сильно вот берегу свои грибные места, у меня их-то особо и нет. Но в чем суть? Если в каком-то очень распространенном месте, а здесь, когда мы приехали, уже стояло 3 машины и бегало, наверное, человек 10. Вот они все посчитали, что грибы собраны и ушли, мы остались. Так вот, исходя из этого, я понимаю, что об этом месте знает и так огромное количество человек. Поэтому, если сейчас оставлять здесь вот так вот ошметки, еще больше человек увидит попозже, что грибы здесь были, и еще больше их сюда начнет приезжать. Так что такой маленький-маленький лайфхак. Если вы не хотите, чтобы люди узнали о вашем месте, чистите грибы подальше. Вот. Всего 2 гриба, а уже полная корзина. Берите правильные корзины. Были разы, когда я сюда приезжала, здесь было очень-очень много лисичек, здесь было очень мало людей и были белые грибочки. Но, например, веселку я здесь встречаю впервые и почему-то не вижу сыроежек и не вижу их обрезков. Сыроежки никто не смущается обрезать прямо в лесу, а их нет. А это очень большая лисичка. Вот если бы они все такие встречались. Но такая большая лисичка, она при жарке становится, ну вот такой, более мягкой. А в лисичках это не так интересно. Ну вот, практически на выходе из леса еще одна семейка лисичек. Все как бы хорошо в этом лесу, кроме того, что людей больше, чем грибов. Как видите, эта лисичка более бледная. Низ-то у нее яркий, а сама шляпка бледная. Вот если сравнить с другими лисичками, вот с лисичками, которые я находила сегодня, но раньше, они очень яркие, а эти бледные. Это просто такой вот тип лисички. И та съедобная, и та хорошая. Растут они рядом. В этом сезоне лисички начались довольно-таки рано, поэтому еще как бы не очень много на них желающих. Ну ничего, я надеюсь, я найду еще очень классные места, где пособираю лисичек. А вы это увидите. Пока что все. Пойдем готовить. Или замораживать. Или сушить.
для того, чтобы ножик не потерялся, а вам его нужно временно положить, привяжите его вокруг корзинки. Так точно не потеряется.